настоящий тропический дождь. Льет как из ведра в третьи сутки. На море ни одного человека. Вот наш отель. Слава Богу, надеюсь, сегодня улетим. Вот автобусик, который возит по всему побережью. Сейчас спускаемся к пляжу. Не удастся последний день покупаться даже. Вот сняли зонтик, брали лежаки, потому что был вчера тайфун. Приближаемся к морю. Видимость вообще ноль. Вокруг ничего не видно абсолютно. Вот наши соседи тоже прошли прогуляться.